году, приехав из Беларуси в 2006 году. Я более 12 лет работаю с agile подходами, долго-долго и упорно практиковал XP инженерные практики, поэтому меня можно в принципе найти в интернете по XP injection. В 2009 году мы решили, что надо распространять инженерные практики и подходы по скажем так, по комьюнити, по компаниям, по командам. И мы открыли свой тренинговый центр XP Injection, от которого за это время сделали кучу работы по пропаганде и по расселению инженерных практик и подходов по разным компаниям и командам. Также мы сделали много мероприятий, которые происходят в Украине. На тот момент времени, в 2009-2011 году, было очень мало каких-то конференций больших. И мы начали их организовывать, делали их все более профессионально. На текущий момент мы делаем три большие конференции. Одна для Java-разработчиков, одна по автоматизации тестирования и одна по engineering excellence, как мы сейчас это называем. Очень модное такое слово. Это все то, что не входит в базовые моменты разработки, то есть там фреймворки, языки программирования. А это, скажем так, инженерные подходы. Архитектура, DevOps направление, инфраструктура, архитекту... инженерные практики и так далее. То есть то, что позволяет вам не просто разрабатывать, а разрабатывать это круто. Ну и вот следующая такая такая конференция будет 7-8 декабря. Вот, вот, в принципе, то, чем занимаюсь я, и я поработал много где. То есть я поработал во многих… Ой, это, это я. И, наверное, я могу попробовать даже нажать или еще нет. Могу. Есть, оно работает, amazing. Вот, меня можно найти как XP injection, это я вам все уже рассказал. Я занимался Java, очень долго работал, как Java-технический лид, delivery менеджер в больших, маленьких компаниях. И с 2009 года я занимался параллельно с своим основным видом деятельности консалтингом. И вот, получается, за эти 10 лет я видел очень много компаний и команд. Очень много. Реально очень. Вот. Где-то я помогаю чуть-чуть, где-то много. Полтора последних года я сосредоточился на том, что я помогаю командам фактически и компаниям меняться, помогаю им выходить из кризиса, где-то работаю в ролях CTO, VP of Engineering, Delivery Lead, для того, чтобы вытащить проект, компанию из большого кризиса. Вот. Если вам нужно что-то найти о том, что делаем мы, или материалы каких-то выступлений, я вам рекомендую прийти на сайт, зайти вот сюда. Еще, если у вас есть телефон. Если у вас есть мобильный смартфон, вот, то вы можете присоединиться к телеграм-каналу. Сейчас никто не ведет блоги, к большому сожалению. Я еще застал времена блогинга, когда люди писали статьи, это было так здорово, человек садился, там ламповую такую статью оформлял. Сейчас никто этого не делает. Поэтому на смену пришли телеграм-каналы. Если вам интересны тематики гибких разработок, инженерных практик, присоединяйтесь. Вот называется канал XP Injection Channel. Замечательно. Все, что я вам буду рассказывать дальше, базируется вот на этом практическом опыте моего консалтинга по многим компаниям и командам Украины. Доклад, как я уже говорил, будет в таком несколько негативном ключе, поэтому если вы не любите негатив, то у вас еще есть время поменять доклад. Как я себе представлял картинку вот 10 лет назад, когда мы только начинали, что я видел на 2018, если бы меня спросили. Я думаю, что это был бы какой-то вот такой отжал единорог, который бы победил все зло в мире, да, в мире IT, я имею в виду. Ну, за 10 лет достаточно большой срок для того, чтобы все везде стало хорошо. И чтобы мы с удовольствием приходили на работу, колбасили нас, самих колбасило, и продукты получались все лучше и лучше, и все у нас было как бы классно, да. То есть это мое представление на тот момент времени. Я был уверен, что в 2018 мы будем иметь именно такую картинку. Что же мы видим на самом деле во многих компаниях, реально? Мы видим, что вот этот единорог как бы выглядит не очень. Это отжал коуч, который пропагандирует, что все, все еще будет хорошо в большой компании. При этом во многих больших компаниях уже внедрен Agile примерно вот таким вот образом, да. Вот, вот он, вот этот маленький квадратик, и компания говорит: наконец-то мы достигли agile, вот этот маленький квадратик это наш agile проект. Заметьте, проект. Тут очень важный момент, да. И, и это наши реалии, особенно в аутсорсинге и в больших enterprise проектах, это вот, вот оно, примерно вот так. Что еще хуже, пошла обратная реакция. Во многих командах происходит отторжение. То есть вот если вы приходите в компанию, и кто-то, не дай бог, сказал, что вы там agile coach там, или agile тренер, то люди до, до, такой степени, что они могут просто встать, уйти с митинга и сказать, слушайте, зачем вы позвали нас на этот митинг, ну мы опять будем заниматься вот этой ерундой. Я иногда прихожу в компанию, и люди проводим там какое-то время, что-то делаем, и люди говорят, слушайте, вот я когда первый раз пришел с вами на встречу, я был уверен, что мы сейчас будем шарики перекладывать, там, говорит, макароны опять строить, там, вот это всей и заниматься, мы уже это делали много раз, оно абсолютно нам не помогло никак, вот, поэтому у нас у всех негативный настрой. И, к сожалению, вот эта штука обретает все больше и больше обороты. Получается, что мы не угадали. А комьюнити уже перешагнуло на следующий шаг. Я вот смотрел программу конференции, я давно не хожу на agile конференции, потому что не нахожу в них ничего полезного. И я смотрю программу, и все уже там дальше. Они говорят, все, мы уже те проблемы решили все, мы сейчас уже скейлить это все будем. То есть у нас типа уже есть готовый solution, который ready for scale. Теперь надо его просто раскейлить. Была там одна команда, не могли никак ничего сделать, да? теперь 15. Ну 15 уже легче гораздо. Да? Мы сейчас просто раскейлим и дальше можно уже следующую партию докладов. Я думаю, что если бы вот я э, предсказывал сейчас на 2028, единорожков было бы много, ну мы же заскейлили их как-то, да? а картинка получилась бы примерно такая же. И поэтому дальше я буду рассказывать вот те антипаттерны. и Негатив будет, но в конце мы придем немножечко к позитиву, что же делать для того, чтобы этого не было. Вот. И, наверное, это то, что если каждый из вас найдет хоть какую-то полезную частичку в этом докладе, это уже будет хорошо. Но я думаю, многие узнают себя. У меня будет супергерой. Вот я его очень люблю. Это, это Тони Робинс, кто не знает. И недавно он навел шуму по интернету. Это товарищ, который зарабатывает колоссальное количество денег, говоря очевидные вещи. Так, вы старайтесь, вы там посмотрите на свою жизнь под другим углом. Если кто-то говорит вам в спину, то вы спереди, ну и так далее. И человек умеет из этого делать огромное количество денег. Вот поэтому он мне будет помогать в этом докладе, да, и говорить какие-то вещи. То есть, например, для того, чтобы получать лучшие результаты, старайтесь больше и фокусируйтесь на правильных вещах. То есть вот это очень хороший посыл, который я могу вам дать на, 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 на оставшуюся часть нашей презентации. Итак, теперь давайте перейдем непосредственно. То есть, может быть, то, что я буду говорить, будет звучать вот как от Тони, да? Вы тогда себе в голове держите, что Тони со мной вместе и мы как бы совместный доклад с ним делаем. Первое, начнем с первого антипаттерна. Они будут идти по порядочку встречаемости. То есть вот от самых встречаемых к менее встречаемым. Вот самый первый это проджект. Project mindset это у нас везде проекты. Вот они просто до такой степени внедрились в нашу жизнь, это слово проект, что вот вы встречаетесь с кем-то там, со своим знакомым, и первый вопрос, если вы давно не видели, а ты сейчас на каком проекте? Мы начали новый проект. Я перешел на новый проект. А у нас в проекте, то есть мы все в проектах. И это так интересно, потому что на самом деле у проекта есть определенное определение, как у всего в, в быту. И у проекта тоже есть свое определение. Есть там школа проектных менеджеров, там, как делать проекты там, и прочее, прочее. У него есть некие атрибуты. Все помнят, э, сейчас мы разберемся, что в этом плохого такого, да, почему это антипаттерн, потому что никто как-то так не удивился, типа, вау, какой это антипаттерн. Вот. Почему же это антипаттерн в современной разработке? Есть такой замечательный классический железный треугольник, причем это уже модифицированная версия, тут качество в серединке, видите, появилось, которое давит на все вершины, да, либо все вершины давят на качество, это уже смотря, как посмотреть на это. Вот. И у него есть что? Скоуп, у него есть время, и у него есть наш бюджет, наш кост. Ну, то есть деньги, время и скоуп. И все как бы классически. Дело в том, что в современной разработке и в тех вещах, которые пропагандируются agile подходами, это все неверно. Вот от слова совсем. Почему? Потому что... Скоп не так важен. Гораздо важен value, которое вы принесете этим продуктом. Если вы просто сделаете скоб, но не принесете value, то это бессмысленная совершенно операция. Нету цели, не ставится цель сделать скоб, Делается цель принести value. Value бизнесу, value конечным пользователям, value инвесторам, value кому угодно. Вот цель. Вторая интересная штука – это то, что нету стоимости. Потому что если вы изначально отталкиваетесь от того, что только сделав весь скоп, вы сможете что-то заработать, то это плохой посыл. Дело в том, что для большинства продуктов вы можете зарабатывать начать гораздо раньше. Это будет обозначать, что ваш бюджет, ваш, ваш кост, который вы имеете, он может модернизироваться на лету. Если вы выпустите MVP-версию, которая может уже что-то приносить в качестве value, то, наверное, за нее кто-то сможет что-то заплатить, или вы сможете привлечь дополнительные инвестиции. И это значит, что ваш бюджет становится не таким фиксированным, как кажется. Это уже не то планирование, как когда-то я давным-давно, в 2006 году мы делали проекты для мэрии Москвы, системы документооборота большие. Там планирование делалось там, на 5 лет. И говорилось, вот мы берем бюджет, вот вам скоп, и пять лет идите разрабатывайте. Потом мы приносили готовый продукт, нам говорили, не, не, не интересно, уже все поменялось, поэтому давайте мы еще немножечко бюджета, немножечко скопа, идите дальше делайте. Это, это абсолютно бессмысленный процесс. В современной разработки говорится о том, что это просто не имеет смысла. И самое интересное, время, казалось бы, должен быть дедлайн. Дедлайн должен быть, железный должен быть. Но проблема в том, что в большинстве итеративных подходов у вас дедлайн постоянный. Вы ставите маленький дедлайн, вы достигаете его. Вы ставите маленький дедлайн, вы достигаете его. Вы ставите маленький дедлайн, вы достигаете его. И под достигаете в нормальной итеративной разработке имеется в виду, что у вас появляется что-то, что работает. Это не так, что у вас есть дедлайн, там мы сели от сегодня, и через полгода вы можете прийти, и тогда у нас что-то заработает. В современной разработке говорится о том, что мы с первых же версий, с первых недель должны давать что-то работоспособное. Это значит, что вы всегда можете остановиться. В любой момент времени вы можете сказать «стоп», и взять то, что работает. И получается, что дедлайна как такового, который играет вот ту роль, к этой дате что-то должно заработать. И все такие, а, блин, когда эта дата? Если эта дата далеко, все расслаблены. Если эта дата уже близко, все напряжены очень. Да? Кто-то говорит, ой, лучше к этой дате вообще не иметь отношения, пойду в другой проект и уходит в другой проект. Вот, если эта дата прошла и что-то заработало, люди празднуют, там, кто-то берет отпуск, там, не знаю, приносит торты, куча разных вещей происходит. Получается, что если вот эти все три вещи неверны, то нету проектов. Потому что не, я знаю project менеджеров, которые говорят, нет, смотрите, даже если нет вот этих всех вещей, это все равно проект. Так можно назвать это все проектом. Вот проект, вот проекты, это проект, все проект. Вот. Но это не проекты. Проект предполагал, что есть определенное определение, и мы в рамках этих определений, применяя некоторые практики и техники, добиваемся успеха. То есть мы пытаемся некий определенный скоп, в определенное время, за определенные деньги заделиверить. Если все эти вещи становятся неактуальными, вся проектная деятельность не имеет смысла. Что это обозначает? Это обозначает, во-первых, что вот ту вещь, по которой я говорил про скоп, ее надо полностью переосмыслить. И то, вот когда компании не переосмысляют это, то они пытаются сделать то, что абсолютно не приносит value. Потому что в современной разработке видится, что у вас возникают какие-то идеи. Эти идеи каким-то образом превращаются через MVP в какую-то минимальную версию кода, которую вы смотрите как часть продукта. Вы смотрите, насколько оно хорошо отработало, измеряете, насколько оно вам помогло, собирая какие-то данные, учитесь из этого и модернизируете ваши дальнейшие идеи. Получается, что это цикл. Невозможно предсказать, что будет дальше по скопу, потому что вы не знаете, как ваша идея сработает. Вы придумали идею, попробовали идею, и, возможно, она вообще не заработала. И вам не надо это дальше развивать, и вам не надо вообще ничего делать в этом направлении. А, возможно, наоборот, эта идея стала самой крутой, и вы вообще продукт развернули в другую сторону. Мы разворачивали таким образом продукты совершенно в разные стороны, потому что изначальная идея оказывалась неверной. И будучи попробованной на самой изначальной аудитории, показывала, что никто это не купит, это никому не нужно. Но в теории оно работало. Мы же пытаемся по старинке во многих компаниях делать изначально пред, кучу предположений и потом жить с этими предположениями. Что вот это скоп, его же продумали, кто-то пришел, кто-то его расписал. Бизнес-аналитики его проанализировали. Логично же, аналитики должны анализировать. продукт да? owner его own it, то есть все пределы. Вот. И надо его сделать. А это не цель не существует такой цели для конечного бизнеса. Мало этого, многие бизнесы вообще очень сильно построены на том, что появилась идея, надо как можно быстрее либо понять, что она приносит деньги, либо как можно быстрее зафейлиться. Почему хорошо быстро зафейлиться? Потому что ты не потерял больше денег. Нет смысла делать безумную идею, которую никто никогда не купит, и она не принесет тебе никакой, никаких благ, потому что ты вложишь в это деньги, поздно зафейлишься, и будет Полный, полная фиаско. То есть ты потеряешь много денег. Поэтому очень-очень сильно, особенно в мире стартапов, движется вот этот MVP mindset о том, что давайте мы возьмем какую-то идею, как можно быстрее ее проверифицируем, как проверифицируем, целая отдельная наука. И если что, то просто закончим, просто похороним эту идею. Все. Очень тяжело хранить свои идеи, но так надо делать. Почему же это так не происходит у нас в IT-индустрии, я про украинскую IT-индустрию? Потому что у нас много аутсорсинга. Аутсорсингу выгодно проектное мышление. Почему? Приходит клиент вот с такой толстой стопкой спецификации. Если ты сейчас скажешь, смотрите, давайте мы принесем value лучше, да? возьмем чуть-чуть вот эту первую страничку из этой спецификации и начнем работать над ней, а потом посмотрим, может и не надо все остальное делать, то ты не дополучишь кучу прибыли. Потому что если ты возьмешь эту спецификацию всю ее сделаешь, это же выгодно. Если она даже никому не нужна, это все равно выгодно, потому что ты получаешь деньги за ту работу, которая сделана. Не за value, которая принеслось это уже дело бизнеса, а за работу, которую ты выполнил. Поэтому гораздо удобнее для бизнеса мыслить в масштабах проектов. Гораздо важнее для аутсорсинговых, например, компаний, для большинства не пытаться выстроить вот эти партнерские отношения и продать вот этот цикл э, тому бизнесу, который пришел. А гораздо выгоднее сказать это скоп. К скопу надо относиться уважительно. Давайте его возьмем, а мы будем выполнять. И беды, которые из-за этого случаются, люди начинают выполнять его не в том приоритете, который по-хорошему нужен был бы бизнесу. И из-за этого происходит еще больше фейлов. Потому что когда вы. Ты приходишь, смотришь в приложение и говоришь, а что вы уже успели реализовать? Ну, мы уже успели реализовать логин. А зачем вам логин? Ну, он был самый простой, как бы с него было удобно начать, поэтому мы его реализовали. А еще что вы реализовали? Мы реализовали отчеты. Потому что отчеты нам показались такой непонятной штукой. Если мы раньше реализуем отчеты, то будет понятно. Так у вас же нет еще дейты. Ну, мы на фейковой дейте реализовали отчеты, но теперь отчеты уже точно у нас есть. И ты смотришь, говоришь, а можно хоть одну полезную функцию с помощью вашего продукта сделать? Не, ну мы зайдем вот во втором квартале до полезных функций. Но StoryPointы кипят, там все нормально, ну потому что мы же не не привязываем StoryPointы к value, мы говорим это просто комплексити. Ну вот по комплексити мы и делаем, вот и продукт выкатывается, и демки идут, то есть ну все хорошо, да, с точки зрения итеративной разработки даже все хорошо. Но продукт, который получается, никому не нужен. И в тот момент времени, когда придет какой-то хоть какой-то interruption извне, наподобие а у нас тут поменялся сильно там, прицел этого продукта. А мы говорим, а у нас есть логин и репорты, классно. Давайте развернем это. Нам ну, мы куда угодно развернем, логин все равно понадобится. Да? Ну и репорты кастомизируем. Все же все ж agile. И на самом деле вот этот треугольник, который железный треугольник, он должен быть не железным. Видите, я нашел такую картинку классную, причем на каком-то The Project Management Blueprint.com, суперсайсе каком-то, вот, в котором говорится о том, что это вообще все очень, это такая очень зыбкая структура. Видите, стрелочки нарисованы, что она может сюда и сюда, и Тони в каждой из этих штук говорит, что каждая может как влиять на остальные, так и остальные могут влиять на нее. И вот это очень важная штука. То есть получается, что мы действительно не имеем никакого железного треугольника в реальной жизни. Мы имеем очень сильно подвижную вещь. Да? То есть если у какого-то конкретного клиента, у какого-то конкретного бизнеса проблема с костом, то есть нет денег для того, чтобы что-то сделать, то это обозначает, что надо очень серьезно пересматривать скоп, очень серьезно пересматривать качество и очень серьезно пересматривать вот этот скеттил. И эти вещи влияют именно на один, на другой. не ограничивают и говорят, что ну все, это же мы не можем трогать, это же дедлайн, как бы, да? дедлайн мы по-любому не отменяем. А они очень сильно взаимосвязаны. И вот в этом, вот в такой картинке, выглядит так, как это то, что и есть agile. Да, это то, что и пытаются сделать. Но, к сожалению, делают это в единице проектов. И даже в чем проблема еще продуктовых компаний? Кто-то может сейчас сказать, а это все про аутсорсинг, этот я ушел из аутсорсинга. А как вы думаете, а откуда люди вот в наших украинских продуктовых компаниях появляются? Они не просто рождаются, мы разбиваем яйцо, и оттуда выходит сразу "Эй, я новый девелопер. Так же не происходит. Этот человек сначала поработал в аутсорсе, он сначала ему эту проектную модель сильно вдолбили в голову, а потом он приходит в продукт. А майндсет у него тот. У него майндсет проектный где скоп, давайте скоб. Да. И разработчики многие не задают вопрос, а почему мы вообще пилим эту фичу? Вот почему именно эту фичу? Многие не задают вопроса такого, им не интересно. Им сказали, вот в и следующая эта фича. По алфавиту она там отсортирована, по чем-то, неважно. Она в бэклоге следующая, мы ее и взяли. Привязана она к бизнес веллу, не привязана, nobody cares. Вот. И получается такой сайд-эффект из-за этого. У нас появляются все типы странного менеджмента. У нас появляется процесс менеджер Кто когда-нибудь, кто есть в зале процесс менеджер? Не обижайтесь только. Есть? Я с вами вместе руку подниму. Не, стесняюсь. Вот одна такая неуверенная рука, а я чуть-чуть процесс менеджер. А, видел. Это вообще мега странная штука. Я сталкивался, человек просто приходит, документирует весь процесс, говорит, я дан, все. Я задокументировал процесс на Вики, вот теперь вы можете на него посмотреть. Вот. То, что он не соответствует реальности, это уже как бы ваша проблема. Я же процесс-менеджер. Project менеджер Если нет проектов, так не нужен project менеджер нужен кто-то другой. Кто другой, это уже другой вопрос, да? Тони сказал бы. People менеджер Есть человек, который менеджет people. То есть вот как-то приходит и менеджет. Есть прокси менеджер Это тот, который сам не может принимать решения, потому что далеко дотянуться. А он такой на месте приходит, а я мне руководство сказало, и надо там. И все там, О, блин, прокси менеджер пришел. И так далее, есть principal менеджеры, все эти можно по, по этим, как это называется по рангам еще возводить, да, senior менеджер, это тот, который уже посерьезнее вошел сразу и все, он пришел. Вот и это все вот пережиток той самой проектной модели, потому что ну все, смотрите, все э, узлы нужно менеджить ну, если ты хочешь добиться, чтобы вот этот железный треугольник имел право на выживание, надо, чтобы за каждый узел кто-то отвечал. Это может один человек быть, он просто разные роли может играть. Вот там, где ресурсы у нас есть, да, у нас есть люди, у нас есть деньги, да, то есть это cost, budget management, да, и это people management. Где у нас есть schedule, там project management, правильно, вот эти все люди, они как бы никуда не делись. А чтобы оно хоть как-то увязалось там с качеством, со всем остальным, project, process менеджером делят эту роль там, да, и, и работают над этим. Вот, requirements management тоже отходит project management, ну, и пошло-поехал. Менеджер, мы все менеджем. Вот. И вот эта штука это просто пережиток. Но, к большому сожалению, продуктовые компании, ввиду того, что людей-то они новых, вот откуда-то из яйца, не могут получить, к ним приходят люди, которые поработали уже в другом инвайменте совершенно, которые им не подходят, но они работают только так. Потому что никак, никак по-другому никогда не работали. Их никто никогда не учил работать по-другому. И пытаются эту же методологию применять к продуктам и она не работает. Вот реально просто натурально не работает. Вот, и есть такая картинка, вы все ее видели, наверное. Это у нас босс, который показывает, эй, там, поехали туда. У нас есть лидер, который тянет, и вот это, наверное, те люди, которых нам больше надо. Мы об этом говорим уже, не знаю, лет 10, да? А по, по факту имеем вот эту картинку. То есть либо одна картинка, где тянет один Вася, да, и куча менеджеров вот этих, которые показывают, Вася, ты не туда, не туда. Вот. Либо вот такая вообще картинка, где вы сидите и педалите что-то, и бизнес вообще где-то там отдаленно от вас, и вы не имеете вообще ни малейшего понимания, почему я это педалю. Зачем я это педалю? Но педалю. Очень удобно для интровертов. Да? Сел, дали задачку и колбасишь задачку. И вот, то есть мы вот в этой концепции проектов мы, к сожалению, больше вот в этой части. Поэтому есть куча этих шуток про грибцов. 17-й грибец в третьем ряду и так далее. Ну, вот он. Сидит все спокойно, человек никого не трогает. К бизнесу мало имеет отношение. Пойдем дальше. Вот. Вторая самая, наверное, по встречаемости частая проблема — это Story Points. Story point это же прекрасно, правильно? Вот, story point это просто великолепное изобретение agile мира, и его поэтому тычут везде, где только можно. То есть приходит agile-коуч, говорит, вы все неправильно оцениваете, все должно быть в поинта Вы еще в часах оцениваете, вы все не, все не то. И говорит, вы должны заценивать в сторипоинтах. Люди говорят, ну окей, мы попробуем. Пробуют, мучаются. Вот я, я бы сказал, что 90% команд мучаются, ни хрена не могут с ними сделать, с этими сторипоинтами. Все не туда. Давайте разберемся, почему. Вот. Когда сторипоинты показывают, я сам читаю тренинги по, по этой теме, да, и когда показывают сторипоинты, говорят, смотрите, наш мозг же натренирован для этого. Вот это единичка, видите, почти ничего, да, это троечка, мы же сразу видим, что это троечка, правильно, посмотрели, говорим, троечка, а вот это пятерочка, видите, уже побольше. И все-таки, ебас, это так действительно, как я раньше не замечал этого всего, да, это все было рядом. А потом ты пытаешься, можно шарики еще поперекладывать, собачек поизмерять. Знаете, игра такая есть, собачек измерять. Пудель все, пять, там, бульдог, два. И все думают, все, сторипоинты наши. Дан себе поставили в чек-листе, что ну, сторипоинты мы точно поняли. Потом приходят, им достают старю, нужен финансовый репорт там, на такую-то эту. И все такие, как-то не очевидно все. Это 2 или 17? Что вообще происходит? И тогда, а потом кто-то пытается модернизировать это упражнение, и вместо собачек показывает, там, не знаю, лего-домики или еще какую-нибудь штуку. И там тоже все просто. Вот. А что еще усугубляет? Раньше я тоже хорошо отношусь к сторипоинтам, на самом деле, да, в душе, в глубине, глубине где-то. Вот, потому что они долгое время работали и для меня тоже. Потому что я привык работать в маленьких, очень кросс-функциональных командах, где каждый человек умеет делать все. Соответственно, когда показывают какую-то задачу, этот человек понимает, как сделать любую часть из нее: фронт-энд, бэк-энд, инфраструктуру. То есть он полностью понимает, что за комплексити этой задачи. И я жил очень долго вот в таком инварменте. Я строил много вот таких команд. Куда я приходил, я показывал людям, как их строить, то есть как этой кросс-функциональности добиваться. И тогда оно работает. Вы пришли, вам показали, вы говорите, ага, ну тут все понятно, надо сделать вот это, вот это, вот это. Вы обсудили быстренько это все, все объяснили, что в скоп туда входит, в, это, в эту какую-то стори, или как вы ее называете, не, так, не столь суть важно, или задачу, что угодно можно оценивать. И вы просто быстренько нашли аналоги, да, быстренько между собой выкинули планинг-покер-карты и так далее. И все хорошо. Когда же мир начал меняться, и мы начали получать все более и более разношерстные команды, мы начали очень сильно расходиться фронт-энд, бэк-энд. Ну, то есть сейчас, например, если там ты имеешь React девелопера и там Java девелопера невозможно знать и то, и то. Там эти JS фреймворки появляются и исчезают каждый день, блин, ну невозможно уследить. И уже в Java та же хрень начинается, даже не начинается, уже продолжается. Там тоже тут library появилась, тут еще что-то появилось. То есть за двумя уже никак не уследить. И по инфраструктуре еще вышло уже на, на, пиковую форму, да. Ты не успел начать пользоваться ансиблом, как уже появилось что-то другое, а завтра тебе вообще сказали, ты уже олдскульный чувак там и так далее. То есть уже и там невозможно. То есть невозможно за всем уследить. И мы получаем очень разношерстную команду. У нас есть бэкендеры, фронтендеры, дизайнеры. Вот у меня была предыдущая большая команда. У меня были бэкендеры, фронтендеры, iOS-девелоперы, Android-девелоперы, аналитики и тестировщики. И вот ты всю эту банду собираешь и показываешь им бэкендную задачу. Говорит, давайте в StoryPoint быстренько накидайся. И у ios девелопер говорит, это вообще возможно сделать вот так, типа, да? Для меня тысяча я бы дал туда. Это нереально, типа, как, месседж туда вот типа залетит. Вот. И получается, что не работает. Еще одна проблема с этим. Вот мы имеем люди, которые видели это burn down чат называется. Да? Вот 10 дней, классическая длина итерации, и мы тут валим по story point. Ам. Это те поинты, которые мы уже story перевели в дан. Ну, соответственно, мы перевели в дан, поинтов осталось меньше. Вот такой график красиво висит. Jira позволяет или другой тул, который у вас есть, позволяет настроить. Хотите вы в часах или в story поинтах Вы выбрали story поинты конечно, все. И дальше вы начинаете, когда все хорошо, тогда все хорошо. Ну, то есть, если эта штука добегает до конца, уверенно, лучше раньше добегает до конца, то все и good, правильно? Неважно, в чем мерить. В story point не в story point. -ах. Плохо становится, когда что-то не так. Тогда вы начинаете играть в игру, помоги Даше найти, почему завалился спринт. Потому что ты приходишь, и тебе говорят, мы на ретро, куда угодно, на любую активность приходите. И говорят, мы как команда оценили это в 21 story point, а сделали 18. Почему? Хрен его знает, почему. Ну реально, почему? Ну вроде все работали, да. Если у вас non-blaming culture, нельзя сказать, вот этот мудак виноват, да, то и не получится так быстро решить проблему. И получается, что нужны какие-то еще инструменты, а их нет. Ну, потому что вы же вы ж как бы только сторипоинты имели. Story point — это единица комплексити. Что пошло не так, Бог его знает. А потом начинаются еще интересные задачки, которые Даше предстоит решить. Это Даша, начинающий скромастер ей предстоит решить такую, такую проблемку а что если петя который синер developer его на два дня возьмут в другую команду помочь чем-то как изменится наша velocity это очень неудобный вопрос для, для agile коучей потому что надо как-то думать они говорят надо у команды спросить Тони, Тони внутренний говорит, что команда точно знает. Ты приходишь в команду, команда говорит, вообще без понятия. Блин. Ну, можно пропорционально, то все понимают, пропорционально вряд ли сработает. Да? Потому что есть не очень хорошие девелоперы, да, есть хорошие девелоперы, и есть вообще такие связующие звенья, которые вроде ничего не делают, но без них вообще все разваливается. И как повлияет вот этот вот Петя или Вася, которого забрали на два дня, вообще никто не представляет. То есть невозможно просчитать. Что если кто-то начал еще до играть? Ментора, не знаю, скром мастера еще какую-то. Как это вообще повлияет на нашу велосипед? Хрен его знает, как оно повлияет. Нету математического аппарата за этим, никакого не стоит. Вот. И мы с этим всем живем. Люди мучаются реально. Когда их от этого избавляют, они в восторге просто. Вот. Дядя Майк Кон, кто знает Майка Кона? Кто лично знает Майка Кона. А? Майк Кон классный дядька. Он написал шикарные книжки, у него есть шикарный блог. Короче, все в 2000. По-моему, в восьмом или девятом году он написал, story points полезны на долгосрочной перспективе, но бесполезны на, корот на краткосрочной перспективе. И он написал целую отдельную статью, я вам ссылочку для удобства расположил, где он пишет: Не используйте story поинты для оценки э, в спринт. Не набирайте как velocity на story points, оценивайте в часах. И расписывает почему. Очень хорошо расписывает. Я с ним согласен на 200%. Дядя Майкон, тот икона фактически, да, этих user stories, story points, то есть тот человек, который стоял у истоков, он объясняет, он говорит, потому что для того, чтобы оценить story point, так вы оцениваете комплексе, чтобы прикинуть на долгосрочное, быстро прикинуть, чтобы построить roadmap, смотреть, насколько вы далеко продвинулись и так далее. Когда вы приходите к конкретике с конкретными людьми в этот конкретный промежуток времени, с конкретными условиями, то оценивайте в часах, и все будет работать. И дальше есть такая штука, как фокус-фактор. Фокус-фактор ⁇ это такая штука, как сколько, по какой процент времени вы сосредоточены на работе. То есть у вас есть время, когда вы на митингах пьете кофе, обедаете, в переговорке, там еще что-то. А есть то время, когда вы вот реально делаете работу. И этот фокус-фактор, его как бы всегда знали и умели им пользоваться, только чуть-чуть подзабыли, потому что нужно сложнее чуть-чуть считать. Вот, он в идеале равен 0,64, вот доказательство это. Да? относительно вспашки с помощью силы взрывной волны. И это самое смешное, что цифра примерно правильная. Вот, оно примерно так и есть. Некоторые говорят, 2 пи должно быть, то есть ну, по-разному люди подходят. Идея в том, что с помощью спредшитов вы можете действительно делать очень хорошие вещи, несмотря на то, что спредшиты вроде как сложная штука вот, для современной молодежи. Но это хорошая вещь. Что вы можете делать? Кто это делал когда-то, да, может представлять. Вы берете активность, это самый сложный спредшит, который я только видел в этой области. Да? У нас гораздо проще. Идея в том, что вы должны понять, сколько люди тратят времени на какие-то зарезервированные резервированной активности, то есть на э, планирование, ретро, там, на все остальные вещи. Сколько люди ходят, например, на какие-то вещи, например, там, Team Lead ходит на какие-то лидерские митинги, да, или ходит там на scheduled митинги с клиентом, там, нету смысла полагаться, что он еще и задевелопит в это время, да. В EPUM у меня было, что ни, одного, ни одной дырочки в расписании, и кто-то говорит, а что не подготовлен там документик один, я говорю, а когда? Вот <laughs> как бы не было времени. Ну, это же твои проблемы. Вот, так и здесь. То есть то время, которое Team Lead может девелопить, оно может быть совершенно разным. Вот вы все это время учли. После этого сказали, есть фокус-фактор из оставшегося времени. Да? То есть то время, которое мы логично можем работать над задачами. Потом мы сделали акцент на то, что кто-то джуниор, кто-то, например, там ментор чей-то и так далее, для того, чтобы это учесть. И в итоге мы получаем то количество чистых часов, которые есть для того, чтобы мы начали работать. Вот это Team Capacity. И эта Capacity здесь разукрашена, видите, в разные цвета. Вот. И это, здесь она разукрашена с целью показать, куда у нас waste девается, то есть куда мы скрам митинги там еще какие-то активности проводим. Это очень хороший инструмент для waste анализа. То есть если у вас Capacity команды очень маленькая по сравнению с тем, сколько чистых часов есть, то у вас есть процессный waste, еще какой-то организационный waste и куча других waste. Но это тема отдельного доклада. Это очень хороший способ быстро узнать, насколько хорошо или плохо у вас все в организации. Вот тут не очень хорошо, потому что только 50% времени люди вообще сфокусированы на работе. Все остальное ⁇ это вот эти waste. Но разукрашка настоящая должна быть по специализации. То есть специализация по бэкенду, по фронтенду, по QA, по, по, всему, всему, всему. И в итоге, когда вы оцениваете любую старю, все группы людей, которые часть одной команды, дают свои оценки в часах, сколько им нужно на эту активность. И вы смотрите, чтобы не переполнить буфер. Переполнили буфер, вам необходимо как-то решать эту проблему. Кто-то должен кому-то помочь, где-то нехватка людей, там, да, может, какую-то задачу не брать и так далее. То есть это дает вам, потому что когда вы делаете сторипоинты, представьте, что вы берем крайний случай. Вы наоценивали в сторипоинтах ваша velocity 21, вы набрали на 21, но это только фронтовая задача. Может же такое быть легко, правильно? Потому что вы же набрали на 21, все по-честному. Да? А то, что это только фронт, ну, как бы это проблема фронта. Вот. И получается, что бэк должен пойти и помочь фронту, а он ни хрена не может помочь, потому что они без понятия, что там надо делать. Вот. Нерешаемая проблема. Вот эта штука очень-очень полезная. Вот. И тогда вы можете трекать время. С временем очень интересно. Нужно трекать ремейнинг время, то есть то время, которое осталось. И тогда вы будете видеть, что иногда у вас случаются сюрпризы. Да? Со сторипоинтами как бы вроде нет, потому что сторипоинтов не может увеличиться вдруг. Вот вы оценили что-то в 3, оно всегда остается в 3. А вот если вы взялись за какую-то задачку, а выяснилось, что ага, я день на над ней потратил, прям день просидел и потратил, а выяснилось, что блин, реально еще не меньше двух дней. И я поставляю remaining time, и оказывается у меня такая вжух, пошла палочка вверх. И этот бюрндаун гораздо более ну, как бы, важный для, и, и, корректный для команды, для того, чтобы узнавать. А вторая штука, джира не умеет этого делать, я ненавижу джиру всей душой. Нельзя разноцветными палочками нарисовать бюрндауны по специализациям. Потому что, возможно, такая штука, как у бэк-энда, все хорошо, но у фронтенда уже полная труба. Вот. И в итоге получится, что на общем бюрндауне более-менее хорошо. Но все уже очень плохо, потому что фронтенд а уже очень сильно ушел куда-то. И Джира не умеет такое делать, она говорит, создайте отдельные борды для всех. Вот просто отдельные борды, которые будут копиями той борды, и мучайтесь, вносите изменения в одну, в другую, короче, это кромешный ад. Вот. Но другие тулы позволяют такую штуку сделать, можно получить красивую картиночку, типа вот общий бюрндаун, вот э, по конкретным людям, и Даша решает свою проблему проще. Да, Даша приходит на ретроспективу и видно, где пошел факап. Да, и можно уже его разбирать фактуально. Не просто строя догадки, почему так пошло, а фактуально. Ну и Тони, конечно, он говорит, для того, чтобы понять, сколько работы осталось, нам необходимо трекать время. И Тони прав абсолютно в этом утверждении. Это одна из самых сложных практик, которые даются людям. Потому что люди привыкли, что это отголоски попытки следить за их временем. И люди говорят, так, это же надо 8 часов распределить, потому что придут и скажут, а где ты 8 часов был? Я видел такие сумасшедшие вещи. Люди заводят таску, митинги и на нее списывают время, чтобы бюрндаун сходился. Ну, чтобы, типа, если выделили столько-то времени на человечка, вот, то человечек как бы свое время потратил. И потом посмотрели, да, был на митингах, вот, затрекано, ничего не произошло. Вот, идея в другом. Идея трекать remaining time. То есть просто сколько времени осталось над теми задачами, над которыми ты работаешь. Идея не, не трекать, сколько ты потратил, не трекать твое время. И вот это людям продать очень тяжело. Люди все равно видят в этом логирование своего времени. Это такая отдельная тоже большая тема. Идем дальше. Подходим к моей любимой теме, хоть она и третья, видите, стоит на почетном третьем месте, это евангелизм в разряде всем скрам. То есть вот приходишь, неважно, там даже не, не разбираешься, там, насколько, в чем, в бизнес-процессах, проблема, еще, вам скрам, вот однозначно. Ты там чем занимаешься? Не знаю, я продаю, не знаю, обувь, там, помидоры, кабачки. По скраму ты будешь делать это гораздо эффективнее. Mm, okay. Окей. Вот. Или там приходишь, там, у людей проблем вообще в другом. То есть у них проблема с тем, что плохо организован продуктовый отдел, там, нет связи между департментами, и так говорят, скрам. Вот скрам ставите, и все. Вот. И целые, как бы, крусейды проходят, да? То есть люди, слет людей, типа, за, за скрам Люди обмениваются опытом. Я применил скрам, ни хрена не выходит. Говорят, ты просто неправильно применил. Надо было вот его немножечко с другого боку подоткнуть, и будет вообще огонь. То есть люди не видят цели в том, чтобы добиться результатов, а главное применить скрам. И вот я прихожу на много... И это сеет вот тот негатив у, у разработчиков. Разработчики очень прагматичные люди. Вот они приходят, им кто-то пришел и говорит, будем делать скрам. Они говорят, зачем? Им говорят, ты ничего не понимаешь, тут это наша глобальная стратегия. Для него это обозначает бла-бла-бла-бла-бла и негатив. То есть, соответственно, в следующий раз, когда он приходит и спрашивает, ну, какой процент, он только не скрам. <laughs> вот. И дальше происходит вот такая штука интересная. Я начал замечать это во очень многих компаниях. По поводу того, там, ну, тут это не так важно, да, привет, я ваш новый скрам -мастер. А что случилось с старым? Who cares, как бы. <laughs> все равно. Вот. И Scrum во многих компаниях, во многих командах, вот этих с негативом, помните, где был пони с топором, да? Это такая персона, над которой потешаются. То есть девелоперы приходят, задают какой-нибудь каверзный вопрос, на который скроммастер совершенно не может ответить, и смотрят, что будет, типа, да? Типа вот в сторипоинтах. Я видел одну команду, которая перешла с часов на сторипоинты и потом очень сильно радовалась, когда на ретро скроммастер не мог понять, а что произошло как бы вообще. Типа, Куда вообще, какой вопрос задать? Ну, типа мы же коучи там, да? Какой вопрос вообще задать? Говорит, почему что-то все Говорит, не знаю. Все шло хорошо, потом раз и, и стало плохо. Может, вы нам подскажете? Ну и потешаются. Вот, ну и соответственно, скром мастер, это появилась такая интересная лазейка войти-войти. IT, IT. То есть тебе не надо иметь большого опыта, и ты такой хопа, с скром стал, да? И повалила целая толпа хомячков. Эй, hey, надо сертификация, дайте сертификат. И люди приходят, у них куча сертификатов, а ВОЗ там, где и был. Почему проблема такая происходит? Scrum отличный фреймворк, но проблема в том, что Scrum показывает как зеркало проблемы команды, он не дает ответов. И если люди не знают ответов, то то, что у них скрам, никак не продвинет их к достижению цели. То есть вы поставили зеркало, подходите, смотрите, вы толстый или тонкий, неважно, да, в зависимости от задачи. Зеркало не сказало вам, так, чувак, ты должен есть по утрам вот это, там, по вечерам вот это. Этого не произойдет. И от того, что ты поставил просто зеркало, ничегошеньки не изменится. Нужны опытные люди, которые знают решения или которые могут прийти к решениям. Если команда не умела прийти к решению, недостаточно скиллов, и нету скиллов, то никакому решению они не придут, к сожалению. Вот. И одна очень большая штука, которую мы забываем, это то, что Scrum это абстрактный фреймворк. Он не имеет отношения к разработке от слова совсем. А мы делаем конкретную вещь. Мы разрабатываем софт. И в разработке софта у нас есть куча-куча практик, которые относятся к delivery, к инструментам, к фреймворкам, к конкретным практикам и так далее. И это все гораздо важнее, чем сам Scrum. Это та штука, которую нужно знать и уметь людям для того, чтобы когда им вот в этот скрам поставили их, да, для того, чтобы это все работало. И Тони говорит, что скрам – это не конечная цель, это всего лишь маленький инструмент в вашем пути к успеху. Маленький инструмент. Потому что есть гораздо более важные инструменты. То есть если вы пришли к пекарю, он не умеет печь булочки, будет он делать это по скраму, по канбану или еще по чем-то, булочки будут говно. Вот печалька. И это никак не исправить с скрамом. И вот это важно помнить. Мы делаем действительно часто интеллектуальные вещи. Следующее – это зомби-ретроспектива. Вот, когда люди приходят, сегодня про нее уже говорили, когда люди приходят и говорят, что было плохо, что можно улучшить. Искромастер радостно выписывает это в три колонки. Есть даже в, G в, этом, в конфликте, оказывается, паттерн уже готовый. Типа можно реак три колонки, удобно заполнять. Вот, приходишь, говоришь, а что там заполнили? И у нас есть шутка в компании по этому поводу. The good, the bad, and action items мастер видит свои свои цели, вот заполнить колонки. Колонки заполнены, ретро прошла удачно, все хорошо же, правильно? Вот, а потом спрашиваю, что из этого сделали? Не, мы на прошлой ретро об этом сказали, типа да. И в этот, а я говорю, а почему не не перенесли на этот? Так а зачем одно и то же говорить? У нас же записано там уже, мы два раза не повторяем. Если что-то плохо, то оно плохо. Вот. И Тони подсказывает нам, он говорит для того, чтобы что-то улучшить, надо найти, что улучшить. Без этого никак, говорит Тони. И он прав абсолютно. Просто этот формат, когда вы напрямую подходите к человеку и говорите, что можно улучшить, он не очень работает. То есть обычно, когда вы приходите с проблемой и показываете фактуальную проблему, потом пытаетесь понять, а почему она произошла, сделать рудкоз-анализ и прочее, то вот это лучше работает. Когда же вы просто пришли, посадили людей и говорите, что улучшить? Все говорят, хрен его знает. Что было плохо? Все было плохо. Что было хорошо? Мы все еще здесь, как бы, да? Это никак не, не влияет на то, что происходит. И к большому сожалению, вот это происходит очень часто. Раз паттерн завели даже для этого. Следующая более маленькая проблема, но тем не менее очень сильно влияет именно на продуктовую часть, это плоский бэклог. Вот у вас есть плоский бэклог, в маленьком продукте все окей. Вот те, которые показывают, опять же, на тренингах, да, там, где мы взяли, послать e-mail, передать e-mail, там еще что-то, все просто, ну, умещается в голове даже легко. А есть сложные продукты, вот реально там большие медицинские платформы, большие системы delivery, то есть, ну, реально сложные системы. И когда вы это все складывается в один плоский, плоский, плоский бэклог, вообще непонятно, как запланировать релиз, что должно войти в релиз. То есть сидит вот такой чувак, говорит, господи, как из этого всего выбрать то, что мы должны выпустить вот в этом там в спринте, или в этом месяце, или в этом квартале. И люди мучаются, они в джире ведут это все. Да? В джире замечательно. Длинный-длинный список. Я вот предпоследняя компания, в которую приходил, 1800 айтемов в бэклоге. 1800. Как их пересмотреть даже? Вот ты решил просто прошерстить, думаешь, а что у меня там вообще есть? И пошел смотреть. Через две недели очнулся, такой, О -о -о -о, так спринт уже закончился. Блин. <laughs> что происходит? Приоритеты. Давайте переставим приоритеты. Так надо же пересмотреть все, что есть тогда, чтобы приоритеты переставить. И здесь отлично помогают техники story mapping а для того, чтобы визуализировать саму картинку, для того, чтобы понять, а что за активности, важны эти активности, не важны, а какой бизнес-флоу мы пытаемся завершить. Потому что очень смешно бывает, когда люди делают, делают, делают что-то, а оказывается, что они не взяли ни одной стари из какого-то шага бизнес-флоу. Ну, для простоты вы делаете e-commerce, в котором ничего не сделали, чтобы чекаут совершить. То есть вы уже там ищете machine лернингом короче, продукты, но чекаута нет. Ну и человек приходит, ищет, ищет, говорит, хочу Чикаго, говорит, это в следующем спринте, там, потом, чувак, сейчас это не важно совершенно. Вот, и это очень сильно помогает. Вторая штука, которая помогает, это воронка. Во многих компаниях количество идей, которые генерятся, гораздо больше, чем capacity, чтобы их делать. И тут очень сильно помогает воронка, когда вы от идеи, от того, что у вас появилась идея, делаете структурированный процесс обработки этой идеи, привлекая разных людей, разных членов команды. Например, это первое ревью этой идеи, потом попытка оттуда заэкстрактить этот самый MVP, что можно сделать минимально. Потом попытка защититься, точнее сначала попытка защититься с точки зрения бизнес-вэлью-метрик. Вот у вас возникла идея, теперь попробуйте всей остальной команде объясните, а почему эта идея классная. Не потому что у меня классная идея, а как она повлияет на продукт, на конечных пользователей, на бизнес. Это очень интересный процесс. Вот. И дальше, когда вы уже ready for development, это должен быть длинный маршрут. Чем он будет более длинный и чем больше неправильных идей будет отсекаться, тем меньше waste будет в вашей системе, тем меньше вы будете девелопить совершенно ненужных вещей. Ну и Тони говорит, что очень тяжело сделать хорошее продуктовое решение, пока ты не понимаешь четких целей и пока ты не понимаешь, куда мы вообще идем. Тони красавчик вообще. Самое последнее, что, что я хотел рассказать, это канбан. Канбан бедный, несчастный на самом деле. да? Вот его большая часть просто используют как доску. Вот все сказали, джираборд, какой вам, скрам или канбан? Канбан, все, типа. На этом канбан заканчивается. И ты приходишь, говорят, у нас канбан. Ты приходишь в колоночке там In Progress 87 задач. Блин. Ты говоришь, а сколько девелоперов? 7. А что задачи тут делать? Ну, там какую-то недоделали эту, реопен, там это туда-сюда. И ты понимаешь, что от канбана там вот столько доска который там вообще не должно быть, это часть визуализа ее workflow. Да? То есть, типа, мы взяли процесс или задумку, взяли из нее маленькую такую штучку, да, и сказали, О, вот отлично как. Вот. Ну, эта штука, наверное, всем понятна, про нее много, много говорено, переговорено. Ну, Тони только подтвердит, что дурак с инструментом всегда остается дураком. Вот. Тони это знает. Давайте подведем какой-то summary. Что нам не надо делать в реальной жизни? Первое – это попытаться переключиться на продуктовый майндсет, именно MVP, базирующийся на понятии MVP и идеях с проектного. То есть убрать проекты из своей головы максимально. То есть не перестать употреблять это слово у себя, если, если вы не осуществляете проектную деятельность. Второе – это использовать capacity-based планирование вместо планирования спринтов по story point не, не надеяться на то, что скрам магическим образом решит ваши проблемы, а обращать внимание больше на технический лидершип и на деливери практики. Экспериментировать с форматами ретроспектив для того, чтобы вот ту синергию, которая у вас есть в команде, пытаться вырождать в хорошее решение и подводить команду к этим решениям, но не прямым вопросом, что было плохо и что можно улучшить. А делая это множество из книжек полезных, которые помогут вам в этом. Следующее это визуализировать свой поток требований и сделать из него хорошую воронку, чтобы максимально много шлака отсекалось на самых ранних этапах, и чтобы вы брали только то, что самое полезное, и то, что приносило действительно value вашему продукту. Использовать Канбан как эффективную модель потоковую для управления потоком. Почитайте, об этом много всего написано. Есть инструментарии, есть подходов очень много, как помогает в определенных моментах Канбан построить вам действительно очень эффективную потоковую модель. Ну и, наконец, будьте вот тем самым радостным единорожком в стране радуг, да? потому что если мы будем понимать, что мы делаем не так и стремиться это исправить, то, наверное, когда-то наступит то будущее, которое я видел в 2018 и которое не наступило, и будем Надеяться, что оно наступит когда-то в 2028. Спасибо, это все, что я хотел вам сегодня рассказать.